Всем привет, дорогие друзья! С вами Виолент, и мы продолжаем с вами играть в игру под названием The Town of Light. Мы находимся в этой психушке, и мы только что проснулись с этой кроватки, встали, посмотрели за окошко, а там, конечно же, ночь. А ночь — это хорошее путешествие по больнице психами, заброшенной тем более, это очень страшно. Замечательно, еще у нас дверка закрыта, вот так вот началось это все дело. Чертовы ублюдки, что я могу сказать еще? Черт, у нас даже ключа нет, слушайте, значит что-то здесь должно быть. Либо, какой план, это... Да ну нахрен, пожалуйста! Ёперный хит! Тут кто-то зашел. Охренеть! Черт! Вот это поворот! Черт! Как я не хочу идти туда! Смотрите, это ночь, прикиньте, вы здесь находитесь в реальности. То есть в этой больнице в реальности находиться ночью? Да ну нахрен, это ужас. You can't get out of here. Only the dead can leave. Так, сюда мы по-любому не можем идти. Ладно. Это, кстати, не те коридоры, которые мы тогда в прошлой части ходили. Так, тут же такое же самое все. Ладно. Тут тоже закрыто. Тут тоже закрыто. Черт. Ох, темный коридор, это плохо. Кукла? Кукла сидит почему-то не там, где мы ее посадили. Как она перешла? Мы же садили света. Черт, побери. Мы ж реально ходим. Тут, я думал, ролик пошел. Жесть, как страшно ей, а? Как она дышит. Ой. Ёперный хит. Ты что, с колодца, что ли, пришла? Ого, какие звуки. Боже мой. Как будто, знаете, какой-то дьявол. Охренеть, я нахрен сваливаю отсюда. О, доктор куколку забрал. Верни, гаденыш белый. В белом халате. Куда ж ты понес ее, ублюдок? Ты отдай мою куклу. Он пропал. Ни хрена себе. Ой, что-то я чувствую, тут недоброе будет. Это стопудовое. Черт. Ё-моё, это же это. Туалет. Тут может что угодно произойти. Ты её утопил? Нету. He laughed, panted, leched over me. It hurt when he touched me. I thought I'd split apart suddenly with a loud thud, shattered into pieces. I felt fragile, sick, dirty, filthy. All I could do was clutch Charlotte tightly while he... Rene obeyed. He was the boss in the realm of light. I was devoured by the evil I had done. I threw up and could feel hell getting closer and closer. My God, those medical examinations. The doctors said there was something inside me, which they would have dragged out of me. My God. Охренеть. Черт.
На самом деле сюда забрел. И уже, видите, уже день. Блин, дверь закрыта. А здесь дверь открыта. Только зачем мы сюда пошли, непонятно. Фу. Блин, забрал ублюдок нашу куклу. Так, тут все спокойно. Сейчас нам надо ее, получается, опять найти. Куколку нашу. Ну-ка, где ты, моя малышка? Давайте искать. Тут еще стекло стоит. Посмотрите, не выбито стекло. Черт. Ты что, решила со мной поиграть в прятки? Ну давай, поиграем, давай. Хочешь пряток? Будет тебе прятки. А ну вылазь. Слава богу, закрыто. Вещь. Чья-то вещь. А тут замок. Тут замок. Так, нет ничего. Нет. Блин, интересно, что там за замками. Либо просто они... Либо они просто закрыты. Ладно, хорошо, не суть. Так. Куда мы уже и шли с вами? Я уже запутался. Что это за такие длинные комнаты? Охренеть. Нестандартная комната, да? Длинный какой-то коридор. Ладно, ладно. Подушки. Тут склад вещей, в общем. Постельного белья. She stayed with Renee during those terrible medical examinations. That's what gave her the strength to survive. Так, вот мы и вышли на более яркую картину. Слава богу, тут никого нет. Так, видимо, нам надо сейчас спуститься вниз. Я так понимаю. Да, ну тут это было, мы уже здесь были. Ну давайте проведаем нашу принцесску, которая была маленькая и сидела вот здесь вот. Нет, не здесь она сидела, она где-то в другом месте была. Да, не здесь. Почему-то закрыто, я открывал эту фигню. Ну нам в любом случае надо с отсюда выходить, мне кажется. Вон лифт. Уже 3 часа дня на часах, если они идут. Если они, конечно, работают. Да, нигде нету ее. Ладно, хорошо. Может, я думаю, съездить наверх еще? Ну-ка, давайте попробуем. Можно, нет? Ага, нельзя закрыть, да? А, нет, можно. Ну ладно, давайте съездим на всякий случай, чтобы потом уже туда-сюда не метушиться. Мы съездим наверх. Посмотрим, как там дела. Вдруг мы найдем принцесску нашу. Блин, да что ж ты будешь делать? Черт, я случайно нажал. Я хотел двери открыть. Ну что ж, поехали назад. Лифт, поехали. Тита Волтеранс.
400 кг выдерживает. Так, хорошо. Наконец-то я приехал. Так, ну-ка, мне вот эта интересная комната. Слишком забавная комната вот эта вот. Смотрите, опять вертеть. Хотя мы открывали это все. Ну да, тут ничего больше нет. Мы все тут прошли и все. Больше тут ничего нам делать не нужно. Давайте еще заглянем там, где она была. Закрыта уже. Хотя это была комната открыта вроде. Вот здесь уже страшно что-то будет. Ого. Родильня. Родильня. 21-08-1938. Confidential. Dear A, I know what you think about these things, so I am referring a patient to you, Renee T. This wretched girl eluded our control and caused trouble in the park almost 3 months ago. The nurses should pay more attention. I'm examining the girl on the 28th. I'll sort things out, don't worry. We don't want to make things any worse. Then they said that Renee was crazy and that the illness was all in her head. Be careful, little girl, be careful. I was scared and I didn't talk to anyone about the illness, only her. Not even the other doctor. He never touched Renee. He just wrote things down. You can tell me everything. Don't be afraid, he said. Everything's going to be fine. Do you want to know what I'm writing? I write down what I see about you. Everything I see. He didn't hate Renee. He tried to help her. But he rarely examined her in those small surgeries. Да ужас. Охренеть. Ну-ка, хочу поиграться. Вот так вот. Спинку. Обязательно спинку надо вот так вот сделать. Вот так вот. Короче, полное мясо тут происходит, видите? Просто полное мясо. Хорошо. Пипец полный. Нет, кукла сидит до сих пор. Ты тут не жарилась, нет? Шашлык из тебя не сделался? Ладно. Вроде все осмотрели, да, ребят? Вроде все. Ладно, хорошо, поехали на низ. Даже давайте спустимся уже пешком. Может, то, что найдем, интересное. О, да тут фигня спускаться. Я-то думал, там много этажей. На самом деле, ни хрена. Где тут был выход? Вон там, наверное. И вот здесь, в принципе, нет. Тут нет. Ладно, хорошо, давайте из этого дома выйдем. Побыстрее. Я хочу уже на свободу, хочу птички, чтоб пели. Вот мы вышли. Хорошо, прогрузочка была. На другую сторону, мне интересно, можно было выйти или нет? Ладно, в любом случае, давайте мы пройдем. Вот здесь вот. А вот эта дверь. Так, мы можем ее открыть? Нет, она за решеткой. Так, хорошо. Надо будет спуститься. Сейчас мы обойдем еще раз. Может, просто насквозь его можно как-то пройти? Либо нет. Да, заброшенное место. Видите, тут уже кусты заросли. Заросло, точнее, все кустами.
Ладно. Там this дорога была. Place. Это место. Time. Время. Memory. Память. Так. Воспоминания. Это мы знаем. Ладно, хорошо. Пойдемте дальше. Это уже сад. Ну, в принципе, мы здесь были, наверное, да? Ага, мы за решеткой этой были. Мы здесь не ходили. Опа. А тут что? Блин, как я не хотел, чтобы она открывалась на самом деле. Ни хрена себе. Сишки. Я не знаю, что это за место. Такой погреб какой-то. Ладно, слава богу, тут страшного ничего нет. Все, выходим нахрен отсюда. А, фишка в том, что свет у нас, батарейки нам не нужны. Это хорошо. Да, это просто эта дорога вела, получается, наверх к дому этому. И как бы все, да? Ну-ка, давайте поднимемся. Тут заросли до хрена. Значит, в эту попробуем. Блин, это то же самое. Что-то нас напутали. Что же они нам подсунули-то, не то? Да, тут спуститься нельзя. Блин, так что, обходить мне, что ли? Вон вход есть, кстати. Надо как-то пройти. Может, как-то можно через дом выйти? Видите, тут открыто вон. Ну-ка, подождите. Давайте попробуем. Может, через дом можно пройти? Пипец, тут сразу такие звуки. Тихо, полегче, полегче. Что-то я нашел, ребятки. Посмотрите, какую-то дверцу. Так, давайте смотреть. Так, мозги, это хорошо. Вот, как хорошо пошло-то, посмотрите как. Ой, замечательно, просто шикарно. Телефончик. Да, исторический телефончик. Аптечка. Бухнем, здоровится, нет? Ну и ладно, не хотите, так как хотите. Что это, консервы, что это? Что за такое? Ладно, я вижу записку, давайте посмотрим, что за записочка. Ох, она сама гортается. Renee T, 16 years old, Menarche at the age of 12, housewife, father unknown, mother a seamstress. Admitted for observation yesterday morning from Pontedera, accompanied by a police officer authorized by the examining magistrate of the court of Pisa to be admitted for psychiatric evaluation, which has been executed by me. Medical certificate. Mental illness preceded by warning signs. Has suffered from depression for a year, believing she has tuberculosis. Food deprivation. We shouldn't read this document. It's forbidden. We mustn't. If they find out, there'll be trouble. Ого, что это такое? Выбрать? Черт возьми, так они все одинаковые. Смотрите-ка, они все одинаковые. Что выбирать? Ты поехала, что ли, или что там? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Первое. Have you ever wondered who you are? Yes, you must have wondered. Конечно, я не ту, наверное, считалку выбрал, но... Черт, побери. Тут уже разное. I don't know. Давай Since вот это. I've been lost in the light, I don't even know who I am anymore. Let's read it and try to understand. Поехали. She's scared, hears noises and spirits, presents serious signs of anxiety psychosis, suffers from hallucinations. She is anxious, confused,
has a distressed expression, a questioning look as if terrified, disoriented. She feels confused, hears voices shouting in her head. She doesn't understand properly. She has not felt well for 2 or 3 months. When questioned, she replies, "My mother wants to hurt me. She always scares me. She chases me. Why are you here?" I had argued with my mother, and I was so disturbed by the shock that I felt like my head was spinning. There was a woman there who wanted to force me into a life of prostitution. They wanted to condemn me to be burned at the stake. Children were whispering, calling my name. 16th March. She couldn't sleep last night. They wanted to condemn her to be burned at the stake. 4th April. Transferred to the crime ward, still under my supervision. Yes, that's true. The ward where Amara was. Yes, the stake. The children wanted to burn Renee. She had to pay for what she'd done. Like witches, at the stake. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. So many things frightened me. The system I lived in was all built on fear and light. There was no mercy or understanding in the town of light. Заколопали вы уже! Сколько можно? I don't know what was reality. I never did. I've known many different realities. Maybe too many. As soon as you move, everything changes its appearance and meaning. Черт побери! I've no reference points. I'll just have to keep on looking. 21st April. She is more awake this morning and responds to questions. She complains of headaches. She became emotional when she found out that her mother was there. She says that one day, years earlier, when she was with a friend of hers, she met a guy who made her get into a car and took her for a ride. There, she was made to smoke cigarettes and drink spirits, and that guy showed her certain things. He tried to hurt her and made her go crazy. She says that he promised to marry her and made her swear to keep it a secret. These details were roughly confirmed by her mother. After that, she became domineering, impatient, and hostile to her family, especially her mother. She started taking off her clothes in public, going from laughter to tears without warning. She rants, masturbates. It's not true. Renee hostile? It's all made up. They wanted to make her into something she wasn't. That way, certain things would have been forgotten. Renee was the bad one. Maybe I'm starting to understand. That's enough of reading lies. Let's look for Amara. Да какого хрена тут на английском все? Почему игра началась на русском, а потом на английском? Чёртовы ублюдки, не перевели ни хрена. Ладно, теперь нам нужно как-то отсюда выйти. И... А, подождите. Ладно. Давайте спустимся вниз. А, нужно выйти из этого дома. Попробовать хотя бы это сделать. Это не та дверь. Нам нужно на другой сад попасть. Потому что... Вот. Вот дверь открыта. И на сад выходит? Да. Это выходит на сад другой. If she hadn't been there, in the park on that bench, in spring for... All those days. It was like escaping. Nature. She talked and smiled. And then there were the kitchens. Sometimes we stole something to eat and went straight back to the bench to eat it in secret, and we laughed. She did things to me. Sometimes she touched me. In the showers, I felt her body against mine for the first time. It was a shiver that warmed my soul. Eyes closed, the light slipped away.
Так, ладно. She wasn't in the system. He wouldn't let her in. That's it. She must be the key to my memories, to the reasons why. Так, ладно, мы с вами уже на другой стороне. Это радует меня. Так, давайте покрутим. Пипец, какой звук жесткий, а? А, ладно, я понял, это бесполезная хрень. Так, что тут у нас есть? Тут делали ремонт. Тут делали ремонт, ладно. Хрена себе. Куда это все приведет нас? The land of light was far away, and we spent the days chatting, seated on the stone benches. Тут спуститься можно. Черт возьми. Охренеть. Куда это все ведет? Пипец. Что это нахрен за такое? Так, я хочу спуститься. А, это кирпичики. Я думаю, что-то тут лежит интересное. Допустим, какая-то кукла. Куколка? Ну, куколки тут нет. Смотрите-ка, мы спустились куда-то. Мы можем? Нет, мы... Блин, почему она спрыгнуть не может? Ведь это так просто. Ведь это просто сделать. Так, мы, интересно, пришли куда? Охренеть, как мы... Офигеть. Nature helped me to forget, а, не, to get out of system. А, не, нормально. Тут, тут можно посидеть. Расслабиться. Если, конечно, в этой игре можно расслабиться. Так, ну можно сесть вот здесь вот. Вот. Давай, давай, садись. Вот так вот. Ладно, ребят, на этом мы закончим. С вами ставьте лайки. С вами был Виолент. До скорых встреч. Всем пока.